Друзья, это уже четвертый мой расклад на Крымский мост. Первый, помните? Таро, Крымский мост, поцелуй Иуды. Он проигрался. Обратите свое внимание, колода Таро Небо и Земля, повешенный в раскладе. Первый расклад проигрался. Второй расклад. Он до сих пор в силе. Таро Крымский мост. Период указан. Он перед вами. Он тоже проигрался, хоть и частично. Был разрушен один пролет полностью его обрушения, а не опора. Но атака на мост снова была. Это факт. Вторая атака на Крымский мост. Третий расклад. На Ленорман Телема. Вопрос. Смогут ли вооруженные силы Украины в ходе нынешнего военного противостояния с Россией разрушить Крымский мост? Видите, друзья, пришли гроб плюс коса. Военное противостояние продолжается. Окончательные выводы. Пока и по данному раскладу рано делать. И этот расклад тоже в силе. Многие любят работать с Ленорман. Пожалуйста, и этим оракулом посмотрел на Крымский мост. Так что, друзья, прежде чем мне писать в комментариях, что не сбудется, советую посмотреть все мои предыдущие расклады на Крымский мост. Таро существует для того, чтобы предупреждать людей о грядущих опасностях. Не забывайте об этом. При первой атаке на Крымский мост, взрыв фуры, погибли люди. При второй атаке тоже, к сожалению, были погибшие. Это свежий расклад, сегодняшний, от 08 января 2024. Будет ли разрушен Крымский мост в 2024? Есть ли какая-либо угроза для него в 2024? Покажите шестью картами. Таро Небо и Земля. Видите? Снова повешенный пришел. Первый расклад. Видите? На той же колоде. Второй расклад. На той же колоде. И снова повешены. Возвращаясь к сегодняшнему свежему раскладу. Справедливость, правосудие, повешены, десятка кубков, восьмерка жезлов, король пентаклей, император. На дне колоды рыцарь кубков, отшельник. Итоговый аркан. Отшельник. Друзья, в раскладе 4 старших аркана. Отшельник, справедливость, правосудие, повешенный, император. Что-то будет, что-то произойдет. Однозначно. Сейчас посмотрим, чего именно ждать. На дне колоды рыцарь кубков плюс отшельник.
Приближается к Крымскому мосту какое-то событие. Скоро что-то произойдет. Плюс искать и находить, обдумывать все это в поисках чего-то. Руководство, инструкции, указания, наведение, управление. Уединенная трудная жизнь. Действительно, у моста непростая жизнь. Уединенная трудная жизнь. Карты на дне колоды указывают на то, что сейчас ищут пути подхода к Крымскому мосту. Обдумывают, как это лучше сделать. Какое-то событие к нам приближается. Ждать недолго. Максимум 2-3 месяца. Это максимум. Минимум хоть на следующей неделе. Справедливость правосудия плюс повешенный. Приговорен к наказанию. Тебя приговорили. Наказание, возмездие, карающий меч плюс жертва, период испытаний, отсутствие опоры. Решение какой-либо острой ситуации плюс ловушка. Происходящее кажется странным, трудным для осмысления. Творятся непостижимые вещи, то, чего на самом деле быть не может. Это не наказание, даже не пытка, это способ казни. Страдание, потеря, смерть, жертва. Повешенный – очень тревожный знак, если речь идет о здоровье. Мы смотрим на мост. Не на человека. Тяжелые потери в любом деле, вплоть до возможности физической гибели. Справедливость, правосудие, восьмерка жезлов. Приговор, наказание, плюс владыка скорости, очень быстрые изменения, неожиданные события, активные действия. Неожиданность, на которую никто не рассчитывал. Что-то меняется, что-то носится в воздухе и наступает скорее, чем мы ожидаем. Этот процесс уже начался. Даже если мы этого пока еще не заметили. Раз владыка скорости, значит атака. Коллективная атака одновременно, несколькими ракетами. Скорее всего. Повешенный плюс король пентаклей. Испытание, жертва, наказание, плюс работоспособность, упорство, мастер своего дела. Незаурядные способности, уверенность в себе и в своих силах. Эксперт. Мастер на все руки. Все просчитывает, опытность, реально оценивать ситуацию, осуществлять задуманное, достижение. К очередной атаке на Крымский мост может приложить руку человек вот с такими характеристиками, качествами. Как вариант. Десятка кубков императора – это личный интерес какого-либо государства, в нашем случае Украины. Для них Крымский мост – все равно, что красное полотно для быка. Красное полотно в руках Тореадора. Кстати, король Пентакли может просто указывать на крупный материальный объект, социально значимый – тоже вариант. Социально значимый объект для государства. По сегодняшнему раскладу однозначно будет еще одна атака на Крымский мост. Скоро приближается к нам по рыцарю кубков это печальное событие. Видите, какая у меня сегодня необычная заставка к видео. Все эти расклады, друзья, в силе. Ленорман слева, верхний левый расклад. Повторяю вопрос. Смогут ли вооруженные силы Украины в ходе нынешнего военного противостояния с Россией разрушить Крымский мост? Слева, нижний левый расклад, период четко видно. И справа, правый верхний расклад. Наступивший уже. 2024 год. Устоит ли опора моста и на этот раз? Король Пентакли может указать и на основу моста, на что-то основательное, капитальное, значимое для его устойчивого положения. Тоже вариант. Я не инженер. Скоро узнаем, о чем именно шла речь.
в сегодняшнем раскладе. По прошлым моим двум раскладам, которые до сих пор в силе, шансов у моста нет. По сегодняшнему раскладу шансы устоять есть. Больше ничего не могу сказать. Друзья, все ссылки на мои предыдущие расклады на Крымский мост найдете в описании к данному ролику и в закрепленном вверху моем комментарии. Смотрите, кто изучает Таро. Это только для вас, кто изучает Таро. На сегодня все. Всем удачи и до новых встреч. Счастливо, друзья.